мелко нарезаем шампиньоны и лук. На небольшие кубики нарезаем куриную грудку. Лук обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Потом добавляем к нему грибы. С грибов выделяется влага, выпариваем ее. Солим перчим по вкусу. Как грибы поджарятся, добавляем к ним куриную грудку. Перемешиваем и даем остыть. Теперь добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Мелко нарезаем отварные яйца. Тоже смешиваем их с майонезом и слегка присаливаем. Теперь формируем салат. На блюдо выкладываем листья салата. Потом в виде гриба выкладываем смесь из грибов и курицы. Шляпку гриба украшиваем морковкой по-корейски. Натираем сыр и смешиваем его с отварным желтком. Этим сыром украшаем нижнюю часть шляпки и яичной смесью замазываем ножку гриба. Из зеленого лука и укропа делаем травку. Еще немножко, и наш салат в виде подосиновика готов. Всем приятного аппетита и вкусных блюд на вашем столе!